Новый сквер площадью 4000 квадратных метров на Октябрьской, 189, совсем скоро сможет принимать жителей и гостей округа. Ход работ приехали оценить общественные наблюдатели Уссурийска. Народные контролеры были здесь месяц назад, высказали свои предложения и замечания. Сейчас, отметили, подрядчик все исправил. По забору подсказали то, что нужно опустить ниже, потому что есть вероятность того, что собачка выбежит какая-нибудь не сильно крупная. Как бы по лавочкам есть замечание, то, что доска недостаточно зачищена и покрашена не со всех сторон. Ну, в принципе, остальное все, что мы до этого говорили, устранили. Здесь будет первая в городе специальная площадка для выгула собак с тренажерами для дрессировки. Но большую часть территории займут игровые зоны для детей от 3 до 15 лет. Отдельно установят силовые тренажеры для взрослых. Выделили место и для спортивного поля для баскетбола, волейбола и футбола со специальным покрытием. Открыть общественное пространство хотели 20 августа, но из-за проблем с грунтом подрядчик задержался на месяц. Вначале, то есть возникали, ну, это с отсыпкой, тут было болото, ну, все эти сложности решили, все отсыпали скальным грунтом и как бы вот получили результат. Площадки и места отдыха будут освещать 29 светильников. Еще 19 украсят клумбы и прогулочные зоны. Официальное открытие нового сквера на Октябрьской, 189, намечено на 20 сентября. Кристина Бабчук, Роман Адонин, Телемикс.